Добрый вечер, мои друзья. Итак, приветствую всех, кто подключается и кто потом посмотрит этот материал уже как видеоролик на YouTube или на Инстаграме. Мои друзья, добрый вечер. Сегодня тема очень интересна. Я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы вчера написали, из каких городов. Мне очень приятно было видеть многие города, где я не был. Я во многих, конечно, тоже был, но очень интересно. Еще хотелось бы в разные места поехать нашей планеты, в разные страны. Итак, добрый вечер еще раз. Сегодня тема вот такая странная. Она о радости, о счастье, но оказывается, тот, кто не может плакать, не плачет, тот и не может радоваться и быть счастливым человеком. Это интересно, по-моему. Вы смотрели на это вот с этой точки зрения? То есть кажется, ну как это человек? Если он плачет, то он может быть счастливый? Ему же печально и грустно. А вот парадокс. А по-моему, здесь есть некоторого рода ключ к счастливой жизни, умение плакать, позволять себе на это, рыдать даже. И вот это делают только счастливые люди. Я сейчас вам это объясню, докажу, и сами сделайте тоже свои выводы для своей жизни, как на это нужно посмотреть. Так или иначе, потому что счастье, я сказал, вот быть веселым, рассказывать анекдоты, улыбаться в компании под влиянием алкоголя, это не счастье еще. Вы знаете, что вам известны такие актеры или в истории были, комики, то есть юмористы, которые находились в депрессии, они смешили других, они смеялись, рассказывали шутки, анекдоты, а потом покончили с собой неожиданно, покончили с собой самоубийством. То, что человек внешне, он вот смеется, подшучивает, это не означает, что он внутри такой. Это даже наоборот очень часто, не часто, но бывает так, что это и есть способ справляться со своими внутренними переживаниями, эмоциями, болью, которая там находится. Человеку грустно, он внутри страдает, и поэтому он пытается всех веселить, заражается смехом, чтобы как-то справиться с внутренней болью. И еще вам докажу, что это именно так. Когда вы в последний раз видели взрослого мужчину, который плачет? Здесь женщины присутствуют, и мужчины тоже. Последний раз, когда мужчина плакал в вашем присутствии, взрослый, сильный, крепкий мужик, без помощи алкоголя, вот это важно. Когда такое случалось? Это очень редко. Они такие крепкие, такие мужчины настоящие, или что? Ну, конечно, есть этот факт, нужно учитывать, что они будут плакать меньше, чем женщины. То есть у них слезы даже у мужчин вырабатываются. У нас мужчин, извините, я тоже к ним пока принадлежу. Выделяется меньше, вырабатывается меньше слез у мужчин, чем у женщин. Но несмотря на это, когда в последний раз мы видели мужчину, когда он плачет? Это очень редкий случай. И без влияния алкоголя. Когда выпивают, они умеют плакать, там, обниматься, целовать, друг другу признаваться, друзья в любви и все такое. Но почему такое происходит? Вот причина интересна. Как к этому вообще относиться? Знаете, еще вот эту ситуацию насчет этого на лица улыбки вот в печальных ситуациях и этих шуточек, вот этого, когда человек ведет себя как шут, и как, ну, как я говорю, про это, как это юмористы, которые в депрессии, а они всех пытаются развеселить. Может, вы вспоминаете такую ситуацию, когда вот группой, может, в кругу семьи, может, в кругу друзей, вы смотрели кино, ну, по телевизору, например, и это какой-то там был очень печальный момент, такой трогательный, какая-то мелодрама, или просто какой-то такой момент был, где вот прямо, когда смотришь, и все вот внимательно смотрят и начинают проявлять сочувствие, начинают там женщины плакать, а вдруг один из мужчин начинает рассказывать анекдот. И иронизировать над этой ситуацией. Вы замечали такое? Просто мы сейчас редко смотрим вообще телевидение, телевизор группой. Раньше, когда был только один телевизор дома, то вся семья смотрела кино вместе. Это было прекрасное время. Сегодня у каждого свой телевизор или iPad, компьютер, и люди в своих комнатах смотрят. Но, возможно, вам знакомо вот это явление. Когда приходит вот этот момент, очень такой печальный,
чувствительны, там кто-то страдает, там, и вот женщина там плачет, а мужчина начинает вдруг что-то там подшучивать. Почему вот такое? Потому что он не хочет пережить этой боли, он не хочет вот как раз тоже разрыдаться, как ребенок, он себя сдерживает, не допускает близко, чтобы пережить эту, почувствовать эту боль. Вы знаете, вообще, когда готовился к этой теме сегодня, я начал размышлять, почему вот вообще такое появилась такая мода, что нельзя плакать, что это, ну, слабый человек, он плачет и плачет в присутствии других. Это мода, это за последние, ну не годы, десятилетия, сто лет последних. По-моему, это распространилось, и есть какая-то причина. На самом деле это очень естественно. Врачи говорят, и так можно прочитать в умных там источниках, но я проверил, вы знаете, Википедию на польском и русском, не то что совершенно разные, но по-другому там объясняется, на другое обращается внимание. Поэтому наверняка нужно смотреть разные источники, чтобы прийти к каким-то, ну, правильным выводам, прочитать несколько разных источников. Но естественно, это явление, что человек, когда переживает боль, страх, гнев даже, стыд, он плачет. Чаще всего это внутренняя боль. Когда мы испытываем душевную боль, кто-то нас ранил, и мы плачем, или просто что-то произошло. И это естественная реакция организма для того, чтобы пережить это чувство. Но что происходит сегодня, если речь идет про подавление этого? То есть это почему такая мода наступила? Говорит, что это такое неестественное, надо прятаться, это стыдно. Это мальчикам так говорят, внушают. Потом взрослые люди этого тоже стесняются делать. Но на самом деле это, посмотрите, если люди читают внимательно Библию, и Иисус в присутствии других, как взрослый человек, которому было за 30, он плакал, когда умер его близкий друг Лазар. И все это смотрели, и отмечено, что посмотрите, как он сильно любил этого человека. Он не скрывал своих слез. Это интересная такая маленькая деталь про Библию. Если вы хотите быть последователем Иисуса Христа, если ты мужчина, и ты говоришь, что ты христианин, я спрашиваю тебя, когда ты в последний раз плакал? На похоронах? Без алкоголя? Так, как Иисус. Если мы его последователи, мы должны делать так, как и он. Он был очень сочувствующим человеком. Он испытывал те же чувства, что и окружающие, друзья, которые плакали в то время, когда Лазар умер. Он проявил искреннее такое сочувствие. И сейчас почему вот эта мода прошла? Чтобы не плакать и сдерживать. Одно, что вот про детство я кое-что расскажу, а сейчас еще про жизнь взрослых людей. Я вот сказал это слово «сочувствие». Оказывается, потому что я своей жене иногда так говорил, когда она начала плакать, я ее успокаивал, потому что я чувствовал, что вот я не создаю ей счастливой жизни, если она в моем присутствии плачет, значит, она несчастлива из-за меня, я не в состоянии ее обеспечить. А ну, конечно, иногда я был реальным, прямым поводом для плача, и она наверняка плакала не в присутствии моем, из-за меня. Но когда в присутствии моем она плакала, это меня сильно как-то осуждало, я пытался остановить или запрещать вот раньше. Сейчас этого я так не делаю. Но на самом деле, посмотрите, если человек он плачет рядом с нами, другой мужчина, женщина, или вот что-то печальное такое происходит, у нас срабатывает эмпатия, сочувствие к этому человеку, сопереживание, сочувствие или сострадание, когда это боль. То есть мы вот имеем такую конструкцию. И сейчас, чтобы вместо того я и запрещаю, я пытаюсь вот решить так, чтобы этого не было, но всегда мы испытываем боль. Время от времени мужчины и женщины. И почему вот я не хотел, чтобы она плакала? На самом деле сегодня я смотрю на это по-другому. Я не хотел проявлять сочувствие. И поэтому я начал разговаривать, объяснять, остановить. Потому что если бы я стал просто присутствовать, слушать и проявить сочувствие, мне пришлось бы пережить ту боль, которую она переживает. Им бы пришлось бы расплакаться точно так, как она. А это больно. То есть посмотрите, мы не хотим испытывать боли. Мы пошли вот таким путем модным, что если я должен быть счастливым, я должен всегда себя чувствовать хорошо. Зачем мне
испытывать боль другого человека. Люди подавляют в себе сочувствие. Они не хотят помочь другому. Посмотрите, происходит нечто такое, когда мы проявляем сочувствие, что мы отнимаем человеку, становится легче. Мы отнимаем к нему часть боли. Он ее разделяет с нами. Мы к нему проявляем сочувствие, ему легче, и мы в это время страдаем вместе с ним. И это очень хорошая форма помощи, это поддержка друг другу. Почему мы этого не делаем? Почему мы критично к этому относимся? По-моему, из-за такого самолюбия, эгоизма, что мы хотим, чтобы нам было хорошо. Зачем я должен страдать чьей-то болью, получается? Но это очень человечно и неправильно, когда люди подавляют свои эмоции. Мы в настоящее время, и я говорю в целом, как общество человеческое, становимся похожими на роботов. И нас так воспитывают. Это не случайность даже. Это другая тема, почему и как это все происходит. Такое воспитание людей, чтобы они лишились человеческих чувств, эмоций, привязанности, родственных чувств. И тоже эмпатии, сострадания. Это вот программирование общества, и вот это есть такой результат. Зачем переживать боль и сочувствие? Лучше быть жестоким, просто эгоистичным, думать только о себе. И люди сдерживают свои эмоции. Они зажимают зубы и улыбаются в то время, когда им хочется плакать. Их кто-то обидел в присутствии других, оскорбил. И это мужчина и женщина. Зажимают зубы, отвечают дерзко, одевают на себя это, доспехи железные. И сегодня и мужчины, и женщины, они такими становятся. Сжимают себя внутри, все эмоции, чувства, не плачут, они будут улыбаться в лицо, будут иронизировать, это нападать, не позволяют себе пропустить через себя эмоции и чувства, и пережить этого. И вот очень важная информация, я сегодня вот прочитал, что и я думал об этом, и размышлял, что человек, который не в состоянии проживать боли, страдания, он не в состоянии тоже быть счастливым человеком, наслаждаться жизнью и радоваться, потому что он в целом не умеет проявлять своих эмоций, не переживает их в полной мере. Так что человек, который сдерживает плач, он тоже не может быть вполне счастливым человеком. И это очень интересная мысль. Так что нам становится легче, во-первых, когда мы плачем, мы переживаем, мы избавляемся от боли, это мы исцеляем сами себя, это физически для нашего мозга полезно, очищает сам мозг, уходят токсины, глаза очищаются, мы чувствуем себя расслабленным, отдохнувшим, когда поплакали, порыдали даже. И без этого даже не просто слезы и плач, а вот рыдание, я только как прочитал, что только вот глубокое такое рыдание, вот эта скованность грудной клетки расслабляется, только тогда человек он просто рыдает уже, а не плачет. То есть вот есть такой момент, где человек, когда рыдает, он просто освобождает свои мышцы уже и начинает тогда, ну, избавляется от этой боли. Он переживает ее и потом чувствует такое исцеление. Люди, которые все это сдерживают, даже не приближаются к этой боли в присутствии других, на каком-то кинофильме, они уходят, думают о чем-то другом, они стесняются плакать, они на самом деле не хотят пережить этой боли, не хотят в присутствии других разрыдаться. Я помню мужчин, которые на похоронах подшучивали, там где-то стояли сзади и начинали анекдоты друг другу рассказывать и смеяться для того, чтобы не включиться в эту ситуацию, которая там происходит. Это те люди, которые внутри у них очень много боли, но все они просто это держат, они, у них накапливается, они этого не освобождают. Они, если бы приближились кому-то, кто страдает, побыли с ним наедине, отключили это равнодушие, включили сочувствие, они бы сами очень разрыдались. Они в этом нуждаются, они просто из осторожности ведут себя, ставят такой забор и уходят от этих ситуаций. Сейчас о чем можно еще поразмышлять? Почему вот это вот тоже, если речь от детей, почему у нас вот это нас так воспитывают с детства, вот я думаю. Интересный вот момент, и наверняка вы видели, когда запрещается детям плакать, что это плохо, подростку, ребенку, нет, не надо, перестань, это неправильно, это плохо, нет повода и так далее. Там. Есть такие вот семьи, где не разрешается, осуждается. Это тоже потому, что им больно это пережить родителям. Они не входят в положение, они не хотят сочувствовать.
А лучше остановить это. Не примерно так, как я это говорю своей жене. И вы знаете, а что происходит с младенцами? Они плачут. Родителям не спится тогда. А они устают, мучаются. И, конечно, это, причины там разные. Это не просто то, что ребенок болеет. Он не болеет, а тоже плачет. И они так думают, ну вот может он научится плакать, потом всю жизнь будет плакать и такой вырастет непонятно что. И некоторые запрещают плакать. Или особенно первые вот моменты, первые месяцы. Ребенок очень часто плачет, он ничего другого практически не умеет. Он просто так реагирует на все то, что с ним происходит. И вот одна из потребностей – это присутствие родителей. А некоторые родители, знаете, что делают в этот период? Это не время, когда ребенок уже такой, ему несколько лет, и он начинает манипулировать родителями. И он увидел, что плачем, он может добиться сладкого, разрешения погулять, поиграть на компьютере. Когда он разрыдается, они ему поплачут. И вот эта манипуляция, это уже такое несколько лет. А вот младенцы плачут, они добиваются просто присутствия своих родителей. Страдают от одиночества, может быть им страшно. И они зовут их просто. А представьте себе, в таком раннем возрасте, если родители думают, надо его отучить, давай не будем к нему подходить, пусть 2 часа поплачет, он научится остановиться и будет спать. И это срабатывает. Это так происходит. Ребенок плачет 2 часа, рыдает, никто не подходит. Они думают, они его отучат. И он потом останавливается, крепко спит. Я сегодня прочитал интересную мысль, и я просто в шоке. Я должен вам об этом сказать. Я не думаю, что это просто выдумка, потому что это очень интересно, и люди, ну, наверное, специалисты рассматривали это. Представьте себе, что происходит с ребенком, младенцем, который рыдает 2 часа, потом останавливается и крепко спит. Он так сильно зовет своих родителей, плачет, добивается помощи, он так сильно страдает, что это истощает его организм, и он физически приближается к смерти. Если бы он продолжил рыдать, это становилось бы уже опасным для его жизни. И тогда организм включается, остановление, как будто слезы закончились, все, и он крепко спит, он устал. Но для ребенка эта травма такая, как будто он приближился уже к смерти от рыдания. И можете представить себе, что переживает ребенок в таком раннем детстве и как он потом себя чувствует, как взрослый человек, если его так попробовали воспитывать уже тогда, как младенца, чтобы он был крепкий мужик и не рыдал, как баба. Этот человек, почему он потом, когда взрослый, не может включить себе вот это, позволить себе рыдать? Потому что для мужчин потом, такого взрослого человека, рыдание ассоциируется с такой болью сильной, как боль перед смертью. И поэтому некоторые могут поплакать, но просто разрыдаться, позволить, чтобы все через них прошло. Это воспоминание с детства, где просто становится настолько больно, как на границе уже смерти. И естественно, это можно научиться, привыкнуть, пережить это, позволить себе один раз, второй, и потом можно, скажем, рыдать без такого страха, что я прямо приближаюсь к смерти. Я это все рекомендую, я это рассказываю для того, чтобы мы себе позволили и плакать, и рыдать. Потому что без этого счастливыми не будем. И это интересно мыть, потому что мы только думаем о жизни, как стать счастливыми. Значит, нам нужно больше вот моментов, чтобы просто хохотать и радоваться, и веселиться. Но на самом деле боль, оказывается, нам тоже нужно уметь пережить. И этого не сдерживать, потому что мы не сможем в полной мере наслаждаться радостью. Мы просто можем дурачиться, веселиться, но радость испытывать мы не сумеем. И вот я вот сказал про ребенка, про младенца, по-моему, это очень интересная мысль, где-то наступили травмы, где потом взрослые люди, они себя сдерживают. Это для них настолько больно становится, когда они чувствуют, что они вот когда перейдут границу, начнут плакать, позволят себе это, они разрыдаются так, что не смогут остановиться. Я знаю, то знаете, в одном докладе у меня такой был наглядный пример, я сейчас не буду его приводить. Но где обычно слушатели плакали, там был такой момент про мальчика и про его детство, очень такое, ну там грустная история, но с положительным заключением. И однажды во время доклада один мужчина разрыдался там,
я его знал лично, я с ним общался. Это был человек, который до взрослой своей жизни он жил на улице. Потом он начал уже самостоятельную жизнь, когда исправил, ну, как-то свое положение, начал работать. Но у него тоже не было где жить. И он в то время, когда он тогда присутствовал на докладе, он спал в раздевалке на своей работе. То есть там, где это шкафчик, это одежда, это было его место, где он там держал свои вещи. И на скамейке он там спал в раздевалке, потому что это лучше, чем на улице. А он такой человек с улицы, который там... Ну, я уже не буду все истории его рассказывать. Так что не странно, что у него это случилось. У него это рыдание как включилось. И он долго... Встреча закончилась. Он не смотрел, он сидел в первом ряду. Он рыдал и рыдал. Долгое время, когда еще доклад закончился, все начали уходить, он там рыдал. Слезы как горох, мутные. Это был жуткий вид. Это видно, что что-то с человеком произошло, что-то вот лопнуло внутри. И смотрите, когда это наступает. Не когда он о себе рассказывает, когда он слушает про другого мальчика. Когда у нас срабатывает эмпатия, и он себе на это позволил. И это было, я считаю, чем-то прекрасным, что человек себе на это позволяет. Пережить боль за другого человека, и его тогда открывается. Я могу сказать вам, я не буду сейчас плакать, надеюсь. Хотя мне уже это случается. Я в детстве рыдал, я уже говорил в других эфирах, что депрессия, потому что отец там агрессивный человек, алкоголь, драки, с матерью там ругался и унижал. И было вот, когда мне было несколько лет, детство там и школьный возраст, что я рыдал практически каждый день. Какой-то угол у меня был, где я плакал, мать на площадке спит, там на ступеньках. Ну вот эти моменты и так далее. А потом, когда мне там был уже подростковый возраст, я перестал плакать, уже редко, но у меня были попытки и мысли по самоубийству, то есть у меня, я это сдерживал, но внутри это было невыносимо все равно. Мне было 15 лет, я попробовал алкоголь, наркотики, и тогда депрессии не было. То есть... Я иногда рыдал под влиянием алкоголя, но не часто. Но уже стало легче. То есть я начал справляться с моими эмоциями. При помощи внешнего этого лекарства, алкоголя, психотропных там лекарств и все в перемешку. Потом, когда я хотел остановить все, оказывается, я смог бросить курить, наркотики, но с алкоголем повязать, я думал, не нужно на 100%. 21 лет, я думал, буду умеренно употреблять. Все равно мне не получилось, и я вынужден был как лекарство справляться со своими трудностями для того, чтобы жить, работать, быть ободрительным для других. Я употреблял алкоголь. Я сегодня это понимаю, что я благодаря этому просто справлялся с разными своими эмоциями. И люди, смотрите, употребляют алкоголь для того, чтобы пережить не только боль, а для того, чтобы радоваться. Некоторые люди не умеют и плакать, и для них нужен алкоголь. И те же люди не умеют в полной мере от души посмеяться, общаться с другими. Для них на праздниках тоже на многих нужен алкоголь. Это удивительно. Как это? Зачем пить, когда вот у тебя праздник, хорошее настроение? Потому что люди не могут просто в целом проявлять эмоции, переживать их полной грудью. И это то, о чем я начинал говорить, что вот если мы научимся плакать, мы сумеем тоже и хорошо радоваться. Смеяться просто так, на трезво, от полной грудью наслаждаться жизнью. Но что происходит под этим лекарством, я так или иначе, это все закончилось, это не способ, это усугубляется только жизнь человека. Но я немножко сейчас сказал, скажем, не то в защиту, а в такое немножко понимание, что происходит с мужчинами. Чтобы мы немножко почувствовали, что, почему вот так в таком они находятся в состоянии. Для меня это немного понятно. То есть я себе лучше сейчас понимаю и могу некоторым мужчинам посочувствовать и понять, что, откуда у них эти проблемы. Но потом в 35 лет я уже обратился на лечение. И вы знаете, 5 лет у меня было абстиненции. После чего я сорвался. И интересно... Что кроме разных там проблем, это не трудно одну причину назвать. Я взял на себя слишком много работы, бизнеса, начал там куда-то мыслями в другую сторону ходить, начались флирты по интернету, ссоры с женой. Я начал полностью что-то блуждать как-то так. И работа, перегрузка и так далее. И я был тоже на одной терапии, где более глубокой. Я вот там был уже как абстинент на
для взрослых детей-алкоголиков, и потом более такой глубокой терапии, где я слушал человека, другого, который рассказывал, причем это был солдат, военный человек, такой по профессии, и он на этой встрече рассказывал про свое детство, и я, когда его слушал, я просто разрыдался тогда, я не сдержал себя. И это было первое за 5 лет, когда я был, ну, скажем, в завязке уже, не употреблял алкоголя. Мне вроде было в первый год, я был на наслаждении, как-то новая жизнь началась, а потом все начало ухудшаться. На самом деле я перестал справляться с этими эмоциями, которые у меня были. То есть я вот вроде завязал первый месяц, первый год эйфория, а потом все труднее и труднее. Я за 5 лет ни один раз не плакал. И потом на этой более глубокой такой терапии, причем там ничего сложного не было. Я слушал этого другого человека, я позволил себе просто почувствовать, я как-то вошел в его положение. И я разрыдался так, что трудно было остановиться. Потом я вернулся домой после этой терапии и начал у меня к этому возвращаться. Один день, второй раз спонтанно я попадал в это состояние, которое у меня было жалости такое в детстве. И оно как будто выплыло, и оно у меня осталось. И это был момент, когда я развязал и ушел во все чашки тогда на один год, это 11-й год моей жизни был. После чего я опять, ну, даже в течение, я могу вам сказать, мне 3 дня, когда я там начал выпивать, я сразу сказал, что мне надо опять на лечение, я понимаю это, но я где-то в 11-м году 4 месяца провел в закрытых лечебницах, но это не очень помогало, мое состояние было ужасное. Я вообще ничего не чувствовал, сейчас искренне говорю, что у меня отсутствовал один год в жизни, 11-й, полностью, как будто вот этот ребенка вернулось что-то, никаких эмоций, ни чувства, ни вот я, совести у меня не было, вообще ничего. Но потом началось это все как-то возвращаться постепенно, я знал, что должно все это вернуться, что-то, я чувствовал, что со мной что-то болезненное происходит. И начался потом с 12-го года этот положительный медленный обратный процесс. За последние годы мне это уже случалось, я себе стал позволять, я начинал. То есть это происходит со мной. Причем где-то за последний год дважды я плакал от радости, от счастья. Это было вообще что-то для меня впервые, от положительных эмоций. Но я хочу поделиться с вами, что это процесс, это непросто. Я даже сегодня говорю об этом, но я не скажу, что это у меня все нормально. Все равно я не позволяю себе на фильмах, это редко случается у меня. И я чувствую, что это мне мешает. Наверняка я буду стремиться позволять себе больше прожить, ну, почувствовать боль. Эту вот боль, ну, нужно несколько минут пережить, почувствовать, и потом мы получаем освобождение. Мы так устроены, не нужно с этим спорить, не нужно зубы зажимать и бороться с этим. Это бесполезно, мы не станем никогда здоровыми людьми, счастливыми. Я время от времени я вижу таких людей, которые так себя ведут, они все сдерживают, они улыбаются в лицо. В тот момент, когда они накручиваются слезы, они уходят от темы, от вопроса, от разговора, потому что для них что-то является очень болезненным. Но если все так держать, если это не алкоголь не поможет, то есть они будут держаться, они будут правильными, все будут владеть на собой. Многие так понимают, владение собой, самообладание, это сдерживание своих эмоций. Это бред полнейший, ничего подобного. Это владеть мы должны своими поступками, то, как мы переживаем эти эмоции для того, чтобы не ранить других, но мы должны их переживать. Владеть — это управлять им, позволить им существовать и пережить их в полной мере. Просто некоторые люди, они заболеют каким-то раком, другими болезнями, если они все эмоции будут просто держать внутри, это Бог им выйдет, говорят, и это не метафора, это на самом деле организм потом так отреагирует. Ну что ж, я рекомендую вам сегодня поплакать, наверное, почитать об этом, посмотрите, это моя точка зрения, мои переживания, мой опыт или что-то в этом есть на самом деле. Подумайте, что в вашей личной жизни происходит с вашим супругом, самым близким человеком. В это время иногда ничего страшного, это не стыд поплакать вместе со своим спутником жизни. Это очень объединяет, это ничего секретного, то есть это ничего, ну, конфиденциального. Это как раз и есть доверие к своему спутнику жизни. Наверняка жены будут чаще плакать, чем мужья.
Но это должно иметь место. Если мы хотим быть счастливыми, здоровыми человеками, людьми, извините, мы должны себе на это позволить, разрешить, почувствовать боль. Посмотрите, что мы тогда блокируем себя и не являемся, нет у нас сочувствия и эмпатии в полной мере. Когда мы запрещаем другим плакать и себя сдерживаем. Есть место писания в Библии, Римлянам 12 глава, по-моему, 15 стих. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Нам нужно плакать с теми, кто плачет. И интересная мысль. То есть нам нужно и радоваться с кем, с тем, кто радуется, от полной груди. И когда человек плачет, апостол Павел повелел, нам надо тоже испытывать боль, сочувствие и с этим человеком плакать, не успокаивать его, не запрещать. Это нормальная реакция организма. Человек очень потом не может остановиться, не может, часто плачет у него такой период, потому что он до этого долгое время сдерживал себя. Поэтому неудивительно, что у кого-то потом он не может себя остановить, не может вернуть себе спокойствие, потому что он, возможно, впервые за многое время разрешил себе поплакать. И правильно. Это хорошее, натуральное для нас лекарство. Мы так устроены. Желаю вам счастья и желаю вам поплакать время от времени. Спасибо, что вы присутствуете. Сегодня тут я вижу на Фейсбуке 91 человек. Мне прямо как-то даже приятно и необычно, что вот многие не сбежали в половине. Спасибо вам, что вы присутствуете. Мне очень приятно, что вы пишете мне лично. Мы общаемся, у нас есть консультации по телефону, иногда переписка. По телефону, конечно, проще, когда мы разговариваем, чем очень долго печатать каждое предложение. Так что пользуйтесь, кто хочет, бесплатные консультации каждого дня, я с удовольствием. Но время от времени, когда мне, скажем, они по договоренности будут платными. Но каждый час, пожалуйста, обращайтесь. Я буду рад пообщаться, поплакать вместе, возможно. Спокойной ночи, мои друзья. До встречи завтра вечером.